Привет-привет! Вы смотрите видео «Прогулка по Одессе. Весна». Это видео я начала снимать в начале марта, ну и закончила, конечно, в конце мая. Надеюсь, вам хоть чуть-чуть будет интересно. Приятного вам просмотра. Воронцовский дворец. Сейчас там в основном школа танцев. Сейчас я иду показать вам наш известный дом, который называется «Стена». Переулок, в котором находится дом «Стена». Тут очень было много снято в советское время, когда работала Одесская киностудия, фильмов в этом переулке. Когда смотришь, у дома получается, что нет стены. Но на самом деле стена есть. Это Тёщин мост. Он очень длинный. В середине, когда на нем стоишь, он шатается.
мой любимый горсад. Сабаниев мост. Новый дом на улице Галаны. Он мне очень нравится. Но он пока еще не достроен. Военный спуск. Екатерининская площадь и памятник Екатерине.
Улица Преображенская. Вот по такому мостику можно пройти на другую сторону улицы. Памятник апельсину. Thank you.